Ты где? Я еще в игру загружаю. Блять, Кабачкин. Я уже загрузился, сейчас зайду. Ну там 40 человек было, я не знаю, успеешь, не успеешь. Присоединиться к игре. Это хорошо. Дред игнорит совсем со всей силы. Че игнорит Дред? Что там случилось? Удали на Мальск. Так все, все удалил. Блин, ну я не игнорил. Как сказали, так я это самое воспользовался советом мудрым. Советом чатика Твича. Давай, заходи. Арма. О, окей, нажимаю. Joining game. Блин, они-то на самом деле так прорабатывают игру. Молодцы, молодцы. Он. Ты давно не заходил? Ты видел новую графику? Я, кстати, сейчас вижу новую графику. Сделай там настройки яркости, если тебе глаза выпячиваются. Ну, немного есть. Так, а где здесь настройки видео? Я не помню, где точно, но мне подсказывали, где сделать, чтобы было более-менее похоже на старое. Да, я яркость немного наболтал. Интересно, это FPS увеличивает или нет? Нет, это примерно то же самое. Ну, вроде получше стало. Более оптимизированный. Ну и покрасивее все выглядит немного. Лол, они все настройки, что ли, сбили? Слушай, Кабачи, ты не помнишь, как там было? Типа эти самые... В настройках, в управлении. Action key или что? Да. Ну, ты нажми escape там, написано. Красные пушки. Скажу. Свои настройки. А, они мне вроде стоят. Не понял. А, это есть. 3 это... А, не, все четко. 4 это... Вроде есть. Let's do that. Но я когда первый раз зашел, у меня реально глаза чуть не выпали от яркости. Так, не, все нормально, все готово играть. А мы на одном сервере вообще? Да. Странно, ну ладно. Не, ребят, пока без психоделик. В пати не будем играть. Я вообще хотел на самом деле соло побегать, пофаниться. Если втроем, в пизду. Может быть потом, может быть потом. Как-нибудь потом. Психоделик научит нас всех, как играть? Да. Я открываю, тут что-то дерьмо выпрыгнуло. Так, как учил Кек, значит, давай. Смотрим, как летят самолеты и не по этой летят линии. Ну да. Ага. Айрос Дионсиос. Вот это ништяк. Куда хочешь? Айрос Дионсиос. Окей, полетели. Так. Я, по-моему, прям идеально долечу до него. На край где-то приземлюсь, наверное. Так. Не, подожди, я даже, наверное, выше его лечу, лол. Это что, правда? Да, раньше высадили, возможно, ты ближе. Слушай, ну реально графика изменилась сильно. И это видно.
Так, где он есть-то? А, вот, все вижу. Туда вроде особо никто не летит. Хорошие новости для меня. Так, надо сесть поудобнее. Это очень важно. Блядь. Жопа болит. Велосипед. Велосипед. Не, я не долетаю немного. Ну, пофигу, в принципе, норм. Я на левый край города приземлюсь. Угу. Я, походу, сначала на маленькие домики. Не уверен, конечно. В целом, они, мне кажется, хорошо, что сделали такие резкие контуры, потому что, возможно, людей будет видно лучше. Ну и я как-то вижу, что FPS-ка получше становится. На город смотришь, и вроде норм. А подлетишь, похоже, станет. А я понял, где ты. Ты летишь на этажном домам, и там рядом еще машина какая-то взорванная, да? Ну, вроде да. Я на заправку слева там в городе. Заправку слева, вроде понял. Не, FPS точно лучше стал. Так, я уже две хилочки нашел. Я буду доктором. Угу. Так, G36C вроде кусок дерьма, да? Вообще ее апнули в этом патче, они. Они почти. Лол, ты и патчи, что ли, знаешь? Я играл немного, да и постоянно скидывали. Таблицу. Ну, эмочка, наверное, без вариантов. Но эмочка все равно лучше осталась. Как ни крути, сглушить. Да, эмочка уже сглушителем. Так, можно только надеть его. Я еще с глушителем с эмочкой, так что можно разъебывать город. Я забегаю в него. Ты где, в городе? Да, слева. Так. Кто-то подъезжает. Минус Саш. Там еще кто-то стреляет или... Это я разъебываю там. Это далеко от заправки? Уверен. Какая-то машина новая. Я в дом зашел. Ты должен увидеть на дороге машина брошенная. Да, вижу. Ну вот, я в доме соседнем. Ну, ты, в принципе, я могу не говорить. Сам понимаешь, я разъебал его. Как бы это было очень просто. Просто уничтожил. Да, это так. Я ПСО нашел. Калашах я окончательно разочаровался. В чем? В калашах. А ты да, ну в мне... стеклянном доме не... или нет? Что? Я рядом в стеклянном доме рядом. Мне единственное в калашах нравится, это то, что ПСО прицел. Просто интересно из него попасть куда-нибудь убить. Так, ладно, нахер его. Слишком дикий вопрос. Ну, это тоже правда.
Все, я дальше побежал. В какую сторону? В сторону дальше. Центр города? Ну да. Как ты выглядишь хоть примерно? Пиздато. Понял. Блин, я не знаю, как я выгляжу. О, подожди, это ты в дом забегаешь сейчас? Заходишь? Да-да-да. Стой. Дверь открываю, вот ага, все, ты не понял, я там зад немного. Давай я по правой стороне просто пойду, ты по левой. Давай. Надо прицел только какой-то нормально намутить, то что... Вроде неплохо, что с глушителем уже ямочка. Во-первых, мало патронов, во-вторых, нет прицела. Мне бы одежду какую-нибудь намутить, хоть какую-нибудь, а то с одной пули невольно охота умирать. Сейчас. Ебать, мина. Слушай, ну вообще да, круто. FPS намного больше стало. Я жду, нашел. Секундочку. Гидрокостюм лучше, чем форма спецназа? Думаю, что нет. Короче, ладно, в пизду его реально. Палится сильно. Много патронов. Хилочек. Блин, я не нашел до сих пор ни одного нормального прицела. Полный пиздос. Ну что поделаешь. Так, больше всего меня из зумущих прицелов бесит этот окок с квадратным миллиметровым. Так они, по идее, все одинаковые, которые X2. Билдой. Слушай, я уже. Не, у РЦО маленькая такая точечка. Там удобно. СМК-16. Я уже почти отлично себя чувствую, за исключением того, что мне реально нужны прицелы. Так, по девайсам более-менее. Да, патронов уже четко. Четко, но патроны у меня такие все. 10 минут до круга. Тебе надо окок. Могу взять окок. Давай, я пока не нашел еще. Окей. Так, где там круг? А ну мы в круге. Если вдруг, кстати, на мою сторону перебежишь, то лучше дай знать. Мне третий армор еще будет сейчас. Четко. Если вдруг закрыть, конечно. Ну я МРЦО нашел. Так, а что лучше, форма разведки Хекс или офицерская форма Хекс? Разведка. Под фатигу должна быть Хекс. Не знаю, как там по-русски, Андрей. Понял. Перехожу к тебе на сторону, в ком ты доме? По центру этой шляпы. Но я сейчас уже ближе в этом... Ближе к дворам. Опа. Тут есть этот, ЦЗшка. Я подбираю. А, это ты бежишь, вот да? Я. СМК-16, да. Понял. Сейчас я тебя зайду, скину армор. У тебя армор третий есть. Давай наверх только мне, некомфортно. Давай. Снизу. Так, сейчас, секундочку, кое-что тут замучу. Или окок. Хотя... Ну ладно, возьмешь сейчас. Окок не нужен уже. Армор, да, четко, Хикс.
Облегченный. Это вот тоже новая штука, да? В смысле? Армор это старый всегда был такой. Разве? О, дым. Дым можно брать. Вон патроны зажигают. Ёбаный в рот, мне 16 обоим. Вот тут на балконе патроны на ЦЗ-шку лежат. Это на ЦЗ-шку разве? Ништяк. Мы можем уже съебаться скоро. Да, я согласен. По сути, все есть. Просто куда? Ты смотрел вообще по карте? Там хилка лежит, пойду заберу еще. Нам, по идее, на юг надо. Я пошел пока здесь. Хилок у меня очень много. У меня мало очень. Мало или много? Редбулов. Редбулов мало, а хилок очень много. Минимор. Может, 8. Чё? О, бинокль. Так, ну что, уёбываем? Да. Блять, еще 5.56, не могу удержаться. Так, ладно, кебак, что ты там дальше убежал? Нет, рядом с тобой стоит. Хорошо, пошли тогда. Аирдропчики, все дела. Там, конечно, машину можно было взять того чела, но я не уверен, что она в норме. А можно кого-то попалить? Можем тут попалить, вон с камешек. Ну да. Может, кого-то в городе найдем. Тачка, если что, есть. О, да это ништяк, она не тронута. Ну давай тогда с камней немножко посмотрим. Хотя я подозреваю... Бьет. Банан. Да. Это из дома, скорее всего, где-то примерно с 320. Видишь, не видишь его? Нет. Блин, если не видишь, можно уебывать, наверное. Я слышал, что он с глушителем стрелял. Вроде нет, не факт. Так, ты где там? Там не тусуюсь. Там, да, думал, что стрелял. Не, по-моему... Короче, где-то с 300. Может быть, из хаты, из окна, хотя не уверен. Там звук был бы жесткий. Стреляет. По тачке что стреляет? Какие-то другие люди. Ладно, кебак, предлагаю через гору уебывать сейчас. Или как, может, на живца его попробуем? Да, ему тяжело заметить его в городе. Ладно, в таком случае пошел рывок. С чем танцуем? Влево-вправо танцуем. Танцуем, да, и с чего. Да-да-да. Подожди. Да, ну пойдем туда. Давай чекуй его в пизду, он там патроны все расстреляет, наверное. Реально не видно. Или ты видишь его? Нет, я не вижу. Тогда я считаю, то, что к аирдропу можно подбежать. Ну на него, блин, реально сыкот найти сейчас на этот аирдроп. Сейчас посмотрим, куда он упал еще, может он в камнях где-то идет.
Если Вова лежит, боже мой. Тут такое поле. Могу питбайтинг устроить. Да можно, наверное. Еще ладно, я попробую. Если что, тут камней много. Блин, он так четко упал, просто слева камни, справа камни. Давай, я за тобой пошел. Там единственное неприятно, то что если сверху будут из-за камней выбегать кто-то. Ой, еще неприятно, если нас сейчас в поле заметят. Да, тоже неприятно. Слушай, ну вроде как наши арморы нам позволят что-то помансовать. На армор надейся, как говорится, а сам не плашай. Да. У меня еще пятый армор на голове. Не спасает никакой. Я буду туда вниз смотреть. Человека с пистолета, который был в пятом арморе, в пятом шлеме. Чего? Человек залутал аирдроп, два аирдропа, пошел на меня, а я бомжевал, чисто с пистолетом был. Я ему двух пуль в голову дал, он упал. Я бы, скорее всего, эту игру выключил бы после такого момента. И с пулеметом был. Пятый шлем, пятый армор. Это пиздец. Так, ну что там, врага не видно? Тут, типа, тяжело заметить. Лутает. Пятый армор вон здесь бери. А еще есть? Пушки есть. 18 есть. Есть такой демо, блин, перекладывать. Фауст есть. У него МК-17, по-моему, цепляется. Закривал. Эксплозив не могу подобрать. О, АКС. О, это ЦЗХ. Тут по одной хилке еще можно взять. Слушай, а может мне АКС поставить? Мне, честно скажу, не нравится АКС. Я лучше вон. У меня есть ПСО как раз. Ты цеху все забил меня? Да. Да, блядь. Вот, а патроны что-то с ахи укладываю. А МК твоя лежала или что это? Да, у меня МК 16. Понял. Так, короче, я с АКС пока побегаю. У меня, правда, только ренджовый сейчас прицел. Так, что у нас? Пистолет. Там он такой дыре сочный. Можем пойти в город дальше посмотреть опять. Да. Может, надо... Ну, да, просто сидеть, ждать сужения круга. Сейчас тут вряд ли кого-то... Не, я предлагаю Так, стоп. Это чел бежит или нет? Видишь кого-то? Нет, это... Меня лагает, все в порядке. Не, ну, типа, надо смотреть, конечно, но... Я с ПСО, 7.62 у меня, я бы это самое, кого-то да почекал бы. Вот оттуда, со стороны камней, где мы пришли, возможно, какой-то чел будет. Опять же, тот, который нас обижал. Ну, оттуда будут челы. Там город. С той стороны потом будут. Но вот горы надо ждать сужения круга. Просто так никто не пойдет. А, слушай, ну у нас позиция, на самом деле, хороша так-то. Да. Просто... Просто вот иногда круг на тебя, и ты не знаешь, чем заняться. Лол, на этом АКС можно этот, дальность выставлять. Да, сейчас уже узнал об этом случайно.
Я тебе больше, Андрей, скажу, на здаре можно выставлять. И вообще на оружие, по-моему. Угу. Так, ну что, ладно, Кибакин, давай тогда высматривать, выцеливать. Я, что с ПСО, мастер спорта, могу с 1000 метров попасть в глаз врагу. 1000 метров, у меня еще люди только начинают рисоваться. Ну, я уже как бы стреляю. Хорошо. Реально, надо просто ждать сужения круга. Там уже ближе к краю играть. Сужение не скоро еще. Делаешь. Ах, вот они начинаются, путешествия натуралиста. Так, через 2 минуты опять сузится. Так, уже сейчас сузится, это первый раз будет. Как раз таки. Прям с города-то побежит. Там человека 4 я видел. Видят гору, глаза загорятся, на горе камни. Думают, сейчас убью так, всех. Так, ну по такому поводу, да, наверное, надо туда начинать смотреть. Короче, да, тут точно побегут. Надо себя, наверное, не спалить в первую очередь. Откуда еще? Ну а дальше рандом. В принципе, все, что западнее от нас, там должны бежать. Восточнее не факт, но тоже можно посматривать. Из центра круга вряд ли там кто-то побежит. Вот что. Да, да, тут если яростный стрим снайпера. Есть, да. Так, 60 секунд. Неужели уже опять все нафидели? Вот 50 человек начинает, знаешь, сколько осталось? Сколько? Человек 15, да. Ну да. Слушай, а вот на той горе, может, тоже кто-то сидит, такой же, как мы. Право, который имеешь или... Какой-нибудь этот самый психодел. На востоке, который. Да, всякие задроты с такого расстояния просто так не стреляют. Ну, попадешь ты с эмки разок, и чё? Тебе надо 5 раз попасть. Почти. Ну, я могу развернуться и сразу с одного убить с калаша, как бы, так что это опасно. Это опасно для них. Или ты просто попалишься, и тебя кто-нибудь идет, да убьет. С другой стороны, если у тебя эмка с глушителем и без трассеров, ну, другое дело. Это просто инвиз мод. А как, кстати, патроны без трассеров называются? Есть трейсер AR, это которые светится в темноте, а есть станаги. Станаги без, без трассеров? Ну и там все, что с цветом, там желтые написаны, все такие, они все с цветами. Остальные нет. Есть еще. Которые в конце только трассеры стреляют, когда обойма кончается. Нет, да, я не знаю. Релод трейсер. Так, что там пока не идут? Не идут. Ну, видимо, еще надо ждать сужения круга. Что ну, поделаешь? Настоящие охотники, я с ружьем уже сижу. Соль зарядил. Я лично своими глазами видел, как 4 человека в город в этот Магиос приземлялись после меня. Ну, при том... Не, ну там они могли друг друга переубивать, по сути. Ну да. Но как минимум 1-2 через эти камни должны пойти, ну просто ВТФ. Слишком сладкий. Ну, в следующий раз круг сузится, они побегут по полю. Это будет сладенький, бубалей. Да. Так, ладно. Дистанция, сколько до туда? До камней сколько, наверное, метров 600? 550? Мне кажется, меньше. Скажу, сколько. 350.
350? Ну, по квадратикам посмотри. 300-400 метров. 350-400. 101-154. Да нет, а чё, там больше, там под 600 как раз. А ты на какую смотришь? Ну, там, где эти самые холмики нарисованы, горочки. А, да-да-да, там самолет летит. Ничего не выбрасывает. А, не, он выбросил. На где-то метров? По 500 получается. Пидвайтим? Где я не вижу? Где он лежит? Он на 170 лет. Бля, ну он там за заводом будет. Крайне удобно. Так, map updated. Ну вот сейчас как раз только они будут просачиваться, по идее, в эти скалы. Они или он. В случае сон печально. А может, наоборот, по западу будет обходить, облизывать круг. Ладно, даже я посмотрю, что там со стороны этого аирдропа. Ну, как и предполагалось, он за холмом. Не видно его. Как деды учили, высоту заняли и обороняем. Ну да. Нормальная тема. Да ладно, что, неужели никого из города не будет? Не верю просто. Так, Вадрик еще там... О, ну это на аирдропе разборки. А его не видно, да, отсюда? Не, аирдроп не видно. Ну, рано или поздно этот чел теоретически может посмотреть, что происходит с нашей стороны. У меня, правда, позиция такая уебищная, то что меня как раз с горки той роковой идеально видно. С камней. Главное определить, откуда стреляют, а там за камешками лечат, и нормально. Не, ну как же за камешками лечь, Кибакин? Мы же разматывать должны. Ну, похиляться. Я ж на карте. А, похиляться? Правильно. Ну да. Ну, что это за люди? Такие же, как мы, судя по всему. Походу. Не, ну с другой стороны, возможно, мы уже с девайсами, у нас все есть, нам нужно только ждать, отстреливать, а их нету. Скорее всего, больше народу снизу карты, мы там все в города в эти полетели. Ну, вероятно, да. У нас тут максимум, вот, когда играешь в арму, всегда нужно помнить, один загульный найдется, который тебе в спину идет. Угу. 15 человек, очень хорошо играем. Не, ну как бы, это же не мы виноваты. Не, ни в коем виноваты. Случае. Ни в коем случае. Люди фидят. А у тебя что за, кстати, этот самый одежда? А, самый дебильный армор. Понял. Он защищает. Чуть-чуть. Чё от круга люди умирают? Ну что за Олег, дело? Олег побег, погиб. Вот ну смотри, так это наша катка, значит, получается. Он залутал аэродроп такой рядом с заводом. Куда ему бежать? Ага, гора рядом есть, правильно? Правильно. Ну, а что он делает? Типа того. Непонятно. Что он делает? Он вполне вероятно, что просто в заводе сидит. Новое оружие делает. Сейчас следующее сужение, нужно будет смотреть активно в этот... Блядь, чего убили? На север, на
запад, да, везде уже можно. Активно смотреть на горн. Я чувствую, что должны в них. Должен кто-то оттуда прийти. Пор. Так. Нас скоро тоже, кстати, круг подъедать будет. Нам нужно будет идти. Причем нам на гору, скорее всего, вот на востоке ту надо будет. На востоке, да. Перейти надо будет. Предлагаю тогда на следующем сужении тоже потом начать передвигаться на нее уже потихонечку. Полностью согласен. Так. Опа. Из дома. Баха, ты слышал? Да. 47 из домов. Не по нам случайно? Нет, в доме сидит, в длинном доме. Или по нам. По нам. Савик потом бахает. Савик. Ты чё, помнишь, что он упал в него? Чётко. Просто забей, там один пиксель два раза я выстрелил. Ну он, конечно, вот на что он надеялся? Он стреляет из дома, его слышно за километр. Ну-ка, подожди, я попадал в него. Еще один. А это ты лакаешь. Да. Не это понял ничего. Это было 400 с чем-то чуть-чуть. 420. Кабачки, ну вот разбили счет. А, размочили. Ну что, мы пойдем? Восточнее. Пойдем. Точно, не сказка. Вот это по нам. Опа. Понял, откуда там. Так, и вот сейчас вот знаменитые ребята с горы. Как раз таки кто-то пойдет и убьет нахуй. Вот это будет эпик фейл. Там 60 секунд. Если бы они хотели выжить, они бы уже бежали. Ну этот да. Круг очень сильно косит. Почти убьет. Ну типа. Хотя этот еще, наверное, не убьет. Там ноги почти сразу ломаются. Блин, может темку уже думают доставать. Могут быть. Причем так вроде не видно, но за горой, скорее всего, что-то там может быть. Это же вроде нормальная пушка, зачем темка? У меня ПСО прицел. Я понял, у тебя ПСО. Тут, о, видал машину на 134 на завод заехала. Вижу. Оранжевая машина. Сейчас на аирдроп пойдет болтать. Там его, скорее всего, выстегнет. Тот, кто его залутал первый. Ты на так слайдинг стоит. Горы просто так не хочу стрелять. Видишь его, нет? Так машина вижу. Так. 8 рыл. Из них мы один на заводе. Ну, вон он там к машине вроде идет. Он капец голенький, сейчас зайдет в эту машину, и я пахну его на выстрел слесать. Я выстрел. Уже целюсь. Да. Знаю сколько? На удачу. По расстоянию что-то что? Знаешь, не знаешь? Нет. Короче, где-то 600, 600, наверное. 700. Можешь посчитать. Блин, я ну-ка без палева замерю. Это гораздо меньше. Почему они... Чё за дерьмо? Снарядов своих? Да, короче, не это самое, не могу посмотреть, сколько... Во-первых, трейсеры не летят. Вот, во-вторых... не показывает, куда попадает пуля. Не знаю почему. Кстати, странно.
Ладно. Сейчас 150, 100. 3 по 150, еще 100. Сколько это в сумме? 550. Так. Ну, 600, короче. Ну, он там бегает, по нему так ты не пойдешь. Но он типа ваншотный, если попал, убил, он в обычной одежде ходит, журналист. Журналист. Я его не вижу. Блять, почему не показывается? Ну вот условно выставляю 550, нажимаю вам, хлоп. А, вот, показалось. Чё-то. Так, Кибакин здесь. Давай, наверное, еще выше на гору это самое зайдем. Надо почекивать. Да, тут где может быть. Так, лишний прицел хотя бы включить. Вроде нет никого. Ух, ебать. Психодел. Слышь, го психодел хуярим. Идем, 220. Зажал что-то. Он сейчас побежит скоро на круг. За стрим снайпер. Или он за стрим снайпер. Мап апдейтед. Вот он за кругом как раз там будет. Так, ты где, кабачи? Ты, да? Ты. Снайп, да. Так зачем ты? Ну хотя ладно. Я могу. Не, я хочу псих. Прям на нас бежит. По мне бахает. Я увидел. А где? Сейчас скажу. Завода? 220 от меня. Нет, ну да, со стороны завода, 220 от меня. Он там в камнях сидит. Вот перед тобой камни, видишь? Ну. И дерево. Дерево и камни там. Бежит он. Ты не писал? Пиздец, колбасит. О, этот убежит. Попал. А это не он был, кстати. Так, это ты убегаешь, да? Да. Ну, беги тоже. Да, бегу, бегу. А кого ты видел? Вот этого, которого мы убили, чел. Так, ты перевязываешься? Да. Так, это с той стороны. Завода, завода бахнет. За угла там завода, сейчас я его бахну. Блин, стыд. Прицел побасится, конечно. Он там в дырке заедел в заборе. Ну да. Сейчас сверху побегут уже. Давай, наверное, к заводу побегать. У нас 4 человека, один сзади будет этот психоделик, и вот этот на заводе. Ой, пойдем вниз, это... опустимся. Мне подъедется, ладно, у меня прицел просто. Дайте, пожалуйста. Психодел, ты понял? Короче, все. Тут понятно, откуда народ остался. Пульчик выпить хотя бы. Можно на другой вот этот завод прийти. Так. Все, психодел сейчас будет сверху уже высматривать. Прям вот чувствую, чувствую. Он же вроде не сдох, правильно? Бакин, ты где? Не знаю, ты где. Я там в кусту уже оставался. О, психодела вижу. На 200, на 232. Он по мне бах. Он попал. Не, я не попал. Короче, в пизду это КС. Просто не могу попасть. Кибакин, я ничего не понимаю.
Я просто не могу в него попасть, это какой-то пиздец. Блять, и второй еще. Тройная перестрелка какая-то. Я не знаю, столько не играл в эту игру, просто пиздец, не могу попасть. Че, он тебя тоже покарал? М? Тоже не, меня еще пока не покарал, но это скоро, видимо, будет. Тоже подал две пульки. О! Да откуда, не понял. Так, где мы пошли? Да, позиция, конечно, редкостное дерьмо. Меня знают оба, где я нахожусь. Да, все, всех уже знают, наверное. Не, я не могу сказать то, что я еще всех знаю. Да, вообще можно попробовать хоть конем устроить какой-то. Зачем мне бегать? Я сейчас вроде в позиции. Хадел на мини подорвался моей походу. Да. А я видел это. Только почему он не сдох? Странно было. А там, не знаю, я тоже не умирал на минах. Вова на машине катался. Ну да. Да, вот это вот знаменитая М-ка с МРЦО. Что это такое? Кто это придумал, этот прицел? Ну да, интересная это... штука. Кто-то далеко, вообще нереально стрелять неудобно. Бля, ну это реально жестко. Он, сука, подорвался на мине, блядь. Он, походу, кинул граната сначала, потом подорвался на мине. Что, он пишет что-нибудь в чате, нет? Да, мины нечестно пишет. А сколько она хп отняла вообще? А, я напишет, может. Так, ну все, сейчас, блядь, ход конем будет. Это еще с аэродропа мина была? Нет, не с аэродропа. От нее тогда точно можно убежать. Это обычная мина, я в доме нашел. Я понял. 50 хп снял, пишет. Лол? Там от нее реально можно убежать. Бля, и что, он так и будет сидеть здесь? Там маку гранаты у мин. Камешка.
Ну, судя по всему, еще оружие, конечно, поинтереснее немного. На MX вроде было похоже. Хотя, может, дерьмо какое-то дефолтное. Изи. Изи. Изи победа. Но я говорю, очень-очень жесткий игрок. Психодел. Отличная партия. Не, не ваншотика, но дал. По-моему, ты... По-моему, ты в хэдшоте все-таки залепил. Возможно. Бля, ну взорвись. Блин, ну странно, почему мина отнимает 50 хп? Чё это за дерьмо? Называется, она пиликает, и ты можешь отбежать за это время. Через секунду. Не понял. Чё, там сервера есть? Короче, да, судя по всему, баскада, хардкор. Машина не хочет взрываться. Ну ладно, не хочет, как хочет. Ещё есть баскада, хардкор. Ну, поехали. Тут еще есть... Видел, где попадались ремонтные, типа, киты для машины? Да. Баскада Хардкор 42? Да-да-да. Поехали. Ни разу их еще не юзал. У меня было в Улипуле третий армор, психоделик пишет. Ну, сам понимаешь, что это мина, она... Она больше то, что спалила тебя, на самом деле, я так понял, в этом прикол. Ему и ноги поломало, скорее всего. Ну, им поломало, он лег и, судя по всему, начал что-то там делать, какие-то эти самые, но я его заметил там в кустике. Ну, блин, я не знаю, конечно, как стрелять. Вот с этого скалаша, я так понял, я вообще ни хрена не это самое, ни в кого не попал. Ты зашел? На баскаду. Да-да-да. Знаю, мне калаши вообще не нравятся, просто... Не, реально, калаш в очко его. Передай Дриду, что в настройках видео нужно HDR поставить стандарт, и с яркостью все будет, FPS не изменится. Мне пока так устраивает. Ноги сломал, и я хин значит. Психодел, ну ты как бы сам понимаешь, ты очень опытному воину решил попробовать зайти в туза. Это чревато. Это, конечно, да. Я так на турнире нафидел. Кому-то хотел в туза зайти? Не, положи, ну типа... Лежал в кустах, знал, что рядом со мной есть кто-то, положил мину, вышел из кустов, по мне начали стрелять. Я не могу обратно забежать. Ага, я понял. Приятно получилось. Жестко. Что, Андрей, с первой победкой тебя? Спасибо, спасибо. Сколько там у меня? Он пока не обновился, наверное, еще. А нет, вот есть одна победа, одна. Одна, но моя, нормально. Ну, как бы винрейт 100% вообще-то. О, блядь, слушай, может, надо было перестать играть резко сейчас? У меня был бы реально просто 100% винрейт. Выстрелы очень громкие. Слушай, ну это жизнь, так сказать. Они должны быть громкими. Я кайфанул, когда недавно нашел трубу. Трубу? Помнишь такую? Ну, с этими савиками такая труба есть, которая без прицелов, без всего, просто труба. Да. Вот это нормальное тело. Так там, она через стену убивает. Красивая победа, спасибо, спасибо большое, спасибо. Так, что-нибудь. Что? Убирай.
вниз полетим? Или откроем? Видишь, я уже открыл, к сожалению. Ну ладно, я тоже открыл. Так, тогда... Куда летим? Убирай. Давай, короче, немножко наркомании полетим на юго-восток. Ладно, да это не совсем наркомания. Мы полетели. Stone Quarry, вот в этот вот район. Не, надо чуть дальше Stone Quarry. Ну, да, можно дальше. Я просто, скорее всего, не успею, у меня уже 1000 метров. Я тоже 1200. Я вот над этими над военными базами пролетаю. Тоже. Можешь, кстати, загляну в какую-нибудь. Хотя, по идее, перелетаю довольно сильно их. Хотя, блин, на военную базу вот эту вот, которую я вторую вижу, вроде никто не летит особо. Я думаю, что можно... Я вот вижу тебя, Андрей, и вижу под собой второго человека. Угу. И вокруг больше никого не вижу. Понял. Ну тогда на вторую военную базу поехал. Ты первый, по идее, на нее будешь. Ну, высота 500 метров. Я вижу тебя, ты очень высоко еще над землей. Да, я очень высоко. У меня 800. Машина в лесу там стоит. Я еще не отрисовался, извини. Плохие настройки графики. Че, круголя ты даешь? Да. Вот сейчас, готов? Смотрю, смотрю. Жестко. Опа. Да? Блин, а я вот... А, вон вижу сверху. Ты летишь, да? Или тот чел? Нет. Тот чел. Тот чел, понял. Ну, я думаю, он побоится за мной ехать. Он побоится, я то, что я думаю. Так, что-то получается. Раз, два, три, четыре вышки. Домик. Тут и... такое себе по луту, как повезет. Ну да. На двоих обычно не хватает. Но вообще тут я особо смотрел, точнее особо не смотрел, но народу тут почти нет. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Блять. Короче, парашютист топовый просто из меня. На ту военную базу другой чел прилетел. Чел. Чел, ну ладно. Ну чел, это нормально. Партизанский комбинезон. Великолепно. Партизанская экипировка. А Берген это топовый, да, вроде бы? Короче, прицелы. Рад. 5.56 глушитель, АРЦО. Только пострелять вообще ноль. Там никто не приземлялся случайно? А, ты вот на вышке, да? Да-да-да, это я на вышке. Да что за бред? Ни одного оружия, ни одежды, ни армора. О, ништяк. Прицел нашел. МК-16. Подожди, а на МК-16 не подходит, по идее, глушитель. Да, не подходит. Флэш-хайдер. Невероятно. Как же мне повезло. Сразу не видел его использования. Так, а на Г-36 глушитель тоже не подходит. Ладно, Г-36 в очко. Ты ту вышку залутал? Да. Ну вот я эту сейчас лутаю. Так, это ты тут лутаешь, да? Так, получается, мы все залутали уже, да? О, я нашел себе оружие. Да. А что тут? Там окоп, прицел, да? Есть окок в белом здании. Да, я взял. Окок вроде прикольный прицел, мне нра. Больше всего нравится АРЦО. Так, ну что, Кабачкин, куда теперь? Можем на ту базу прямо сейчас пойти. Там на один какую? Человек. Она справа там. Давай, веди. В следующей горе. Вон ее видно даже. Можно залутался и уже и ушел, конечно. Возможно. Че, давай, может, я на машине покружу там, а ты его... Ну ты понял. Разыграем, в общем. Делать красиво? Естественно. Это наше призвание. А у тебя что за оружие, кстати? Ц.
ЦЗ или как это? Который автомат. ЦЗ. О, я вижу его передо мной прямо. Это он по тебе стреляет? Нет, это я по нему. Передо мной был прямо. Вот в упор прямо передо мной. Ты что, наркоман? На около камня там. Да я понял. Я не был уверен, что это он. Просто дал мне пулю в лоб. Чего? А, ладно, в пизду. Ну, короче, я смотрю, он смотрел, я думал, что это, возможно, ты, и не стрелял в него несколько раз, а потом он меня просто обошел и убил. Ну, такое часто бывает после такой игры. Я зажал в него, ни разу не попал, а он просто повернулся и дал мне пулю в лицо. Обидно. Ладно, Кибакин, я, наверное, завязывать буду уже. Надо было вообще закончить после той, того, то есть после той победы, конечно. Да. Говно. Просто можно это забыть. Этой игры не было. Это было так. Да. Ладно, Кабак, спасибо за игры. Давай. Давай, спокойной ночи. Спокойной ночи. Знал же, что надо закончить было. Но вот это азарт. До хорошего не доводит ничего, вот сам видите. Так бы я с каменным лицом бы закончил и был бы собой очень сильно доволен. А так нет, увы. Так, что ж, дорогие друзья, на сегодня буду заканчивать. Наверное, завтра еще подключу. Собственно говоря. Вот. Ну, примерно так же, как сегодня, наверное, будет завтра включен стрим. А на сегодня, ребята, я с вами буду прощаться. Привет, Вера. Спасибо за ресап еще. 9-месячный. Дай бог здоровья. Добро пожаловать обратно. Что ж, а на сегодня все, дорогие друзья. Спасибо большое, что смотрели. Увидимся с вами в другой раз. Всем приятных снов. Пока. Пока.